Здравствуйте, мои друзья и гости канала. Просто решила показать свой креветочник 30 литров. Все по-старому. Здесь живут креветочки вишни, а также креветки омана. Покормила недавно хлопьями тетрамин. Вот некоторые улиточки собирают. Фу, улиточки. Некоторые креветочки собирают их с поверхности. Где-то там и малек плавает. Я его сегодня видела. Но он редко поднимается к поверхности. Он любит плавать где-то внизу среди растений. Туда вот так падает корм. Вот летит корм. Оседает где-то там внизу. И потом креветки собирают этот корм. И малек тоже с ними. Ветка вишня. А, ну вот он, малюк. Откуда-то выплыл. Из кустиков плавает. Малюк пицелии. В общем, по дну здесь выискивает что-то. Ему, видимо, достаточно корма попадает. Все, уплыл в заросли.
Это креветка Омана. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.